пришел в Comedy Battle, чтобы выиграть деньги. Потому что деньги делают людей лучше, определенно. Кто со мной не согласен, могу вообще легко это доказать. Поаплодируйте, кто знает Нурлана Сабурова. Да, да. Крутой комик, да. Вы его знаете как харизматичного статного казаха в костюме. Но вот так выглядел Нурлан Сабуров до своей популярности. Ну, вот тут же прям интересно, что было дальше, да? А дальше было вот это вот. И я когда смотрю на эти фотографии вместе, думаю, вот как он это сделал? Ну, на комедии столько денег не заработаешь. Ну, мне не верите, поверьте Роману Косицу, но... Видите, максимум барбершоп и новая джинсовка, все. У человека даже денег на телефон нет, чисто ходит, обозначает его постоянно. Я когда смотрю на две фотографии Нурлана вместе, у меня не покидает ощущение, что Нурлан деньги не на стендапе заработал, а просто игру в кальмара выиграл.